В ефірі програма «Цілком спортивно», і сьогодні ми свій випуск присвячуємо плаванню. З 30 травня у Южному на базі міського спортивно-оздоровчого центру та навчально-виховного комплексу імені В'ячеслава Чорновола розпочав свою роботу спортивно-оздоровчий табір «Майбутній олімпієць». Розклад у маленьких пловців наступний. Після сніданку – півторагодинне тренування на міському пляжі. Далі спортсмени відправляються до плавального басейну санаторію-профілакторію «Портовик», де займаються одну годину. Потім обід. І після обіду до 16-ї години відпочинок на пляжі, якщо дозволяють погодні умови. Окрім бюджетної групи з 40 дітей, до табору «Майбутній олімпієць» виявили бажання за власні кошти направити дітей і деякі южненські батьки. І вже з 31 травня розпочались тренування маленьких пловців. Лагерь традиційний, він вже проводиться довге час за бюджетні средства. Це на базі спортивно-оздоровчого центру. У нас є дві групи – група плавання. 25 человек и 15 человек у нас спортивно-зрительные группы. Тренера у нас Голиков Александр Александрович, директор лагеря Долипская Алена Николаевна. Помогают мне, вот, допустим, тренер по УШУ. На базе соц. У нас есть секция УШУ. И тренер по УШУ Алевтина Владимировна согласилась также поучаствовать в этом процессе в тренировочном. Хамовский Вадим Петрович. Тренер спортивно-оздоровительных групп. Вот так все вместе, у нас 40 человек, детей, и оздоравливаются в лагере будущие олимпийцы. Старша спортивно-оздоровча група з 15 юнаків займається силовими видами спорту під керівництвом Вадима Хомовського. У них такое направление, скажем так, как мы говорим между собой, это железо. Железо. Это старший возраст, 15-16 лет, это атлетическая гимнастика, это пауэрлифтинг, это бодибилдинг, вот в таком направлении. Малюки-пловці 2003-2008 років народження під час ранкового тренування на міському пляжі займаються, якщо дозволяє температура води, плаванням, загальною фізичною підготовкою, в яку входять біг, спортивна гімнастика УШУ під керівництвом Алевтини Ярмак, віджимання, прокачка пресу та різноманітні спортивні естафети, які допомагають маленьким плавцям набрати необхідну спортивну форму. На думку директора спортивно-оздоровчого центру Олександра Голікова, відпочинок в таборі «Майбутній олімпієць» допоможе дітям добре відновити свій загальний тонус после важкого навчального року. Во-первых, закончился трудный учебный год. Дети должны получить какую-то эмоциональную разрядку. Во-вторых, используя прекрасные погодные условия, солнце, песок, море, дети просто летом не сидят без дела, не слоняются по дворам, они занимаются, я так думаю, надеюсь, любимым своим видом спорта, что касается плавания. Они улучшают свои физические кондиции, развиваются всесторонне. Чувство коллективизма развивается, где-то чувство дисциплины развивается, потому что все-таки спортивный лагерь немножко отличается от каких-то других мероприятий, там, от уроков физкультуры, там, может быть, еще чего-то, от каких-то походов в кинотеатр. Здесь дисциплина, здесь чувство коллектива, здесь нужно потерпеть, потому что это все-таки уже немножко предпосылки к спорту. Олександр Голіков вважає, що саме плавання є тим видом спорту, який дає загальний та всебічний фізичний розвиток дитині. Я вважаю, що плавання – це один із найкращих видів спорту для дитини. Учитывая нагрузки в школі, тобто навіть не обсуждається і не спориться о осанці дитини, о спинці дитини, о зрінні дитини. Тобто за мою тренерську діяльність, я вже займаюся цим около 10 років, занятия плаванием у детей улучшали и осанку, и координацию, и физическое состояние, и зрение улучшалось, и аэробное состояние ребенка улучшалось. Ну и сам факт, находясь возле моря, дети должны и обязаны уметь плавать. Заняття плаванням та загальною фізичною підготовкою дуже подобаються маленьким спортсменам. Почему ты решила пойти в лагерь, где дети занимаются плаванием? Ну, потому что мне нравится спорт, я спортивная, бо дома как-то не хочется сидеть. А вообще плавать умеешь, любишь? Да, я очень хорошо плаваю, первые места занимаю. А сколько лет ты уже плаванием занимаешься? 3 года. И вот что для тебя такие лагеря дают? Ну, они мне дают, чтобы я... плавала там хорошо, все хорошо занималась.
Багато дітей, вихованців літнього табору «Майбутній олімпієць», відвідують секцію плавання спортивно-оздоровчого центру, директор якого Олександр Голіков, і тренує маленьких спортсменів. 4 роки копіткої праці вже дають свої плоди. На змаганнях в Києві наші плавці здобули чимало призових місць. На 4-му році существування вже у дітей є якийсь рівень. І рік назад, літом, на зборах тут були плавці із Києва. Мы обменялись контактами, начали общаться, подружились. И нас пригласили на открытое первенство города Киева по плаванию, где мы 2 раза принимали участие. Один раз в декабре месяце, один раз в апреле месяце. Ну и, скажу, довольно-таки успешно выступили. У нас были и первые места, и вторые, и третьи. Довольно-таки хорошие поездки были. Мы увидели, к чему нам стремиться, какой наш уровень. Вот так вот мы в декабре месяце удачно съездили. Нас было всего 8 человек, и все наши плавцы приехали с медалями. 4 первых места, 3 вторых, 1 третье. Ну а уже в апреле месяце у нас уже была более солидная делегация, у нас уже было 20 детей, участвовало в соревнованиях. И тоже у нас большое количество первых призовых мест, серебряных, бронзовых медалей. Есть, конечно, дети, которые остались без медалей, но они показали свой уровень, я доволен. Олександр Голіков відзначив найкращих вихованців своєї секції, у яких є непогані подальші перспективи розвитку в цьому виді спорту. Есть у нас такая девочка, Аня Тимошенко. Плавание – это ее. Мне кажется, за что она не возьмись, у нее все получается. Вот она выиграла 1-е место в кроле на 50 метров в декабре. И в очень тяжелом виде 50 метров баттерфляем она выиграла уже в апреле эти соревнования. Кирилл Залесский оба раза был 1-й и в апреле, и в декабре, и в апреле. Александр Вишневский в апреле ездил, это старший возраст, 2-е место занял. Они разделились с киевлянином, одновременно толкнулись, то есть даже не было разницы, они оба заняли 2-е место. И все, кто участвовали, младший возраст очень порадовал, Дамир Куприянов, он самый маленький у меня 2008 года. Ештокин Артем, нашего гандболиста известного, 1-е место на спине завоевал 2007 года. Антонов Даня, он хоть и занял 4-е место, но тем не менее, он было сколько слез и расстройства, но он сражается, он растет, он тренируется. Ксения Довгань среди девочек 2007 года в кроле 2-е место заняла. То есть практически всех не упомнишь. Ефименко Алексей оба раза был в призах. Олук Алексей оба раза был в призах и в декабре, и в апреле. Арсений Стрелюк. То есть все эти дети сейчас занимаются в лагере будущий олимпиец. Может, кого-то не вспомнил, но все они молодцы, все хорошо выступали и хорошо тренируются. Слід зазначити, що на змаганнях в Києві нашим спортсменам протистояли дуже сильні суперники. Мы подошли к такому уровню, где, конечно, они уже выше нас. Потому что наши группы, у нас, во-первых, спортивно-оздоровительная группа. Больше оздоровления, обучить плаванию, оздоровить, ну и, конечно, спорт. У них, конечно, чисто спортивные группы, они занимаются, некоторые дети, 5-6 дней в неделю, а некоторые занимаются 5-6 дней в неделю 2 раза в день. То есть уровень довольно-таки высокий. Взагалі, у Южинской спортивно-оздоровчої секції плавання є непогані перспективи подальшого розвитку, адже база для цього в нашому місті є. Але, на думку Олександра Голікова, як завжди не вистачає коштів. Ну, хотілося б, звісно, щоб бюджет виділяв більше грошей. Что касается именно спортивно-оздоровительного центра, тогда возможно создать 2 направления уже в соце. Одно спортивно-оздоровительное, а другое чисто спортивное. То есть сейчас можно выбрать 8-10 детей, которые можно заниматься именно плаванием, как уже спортом. Не спортивно-оздоровительным, а спортом. Но для этого нужна, конечно, финансовая поддержка. За счет спонсоров, за счет родителей всех этих вопросов не решить. Вот у меня такая мечта, чтобы у меня все-таки была чистая спортивная группа. Это наша будет городская спортивная группа, наша бюджетная, как я называю, за бюджетные деньги. Просто нужно немножко больше бюджетных средств выделять на физическую культуру и спорт в городе Южном, что касается бюджета. Дитячий спортивно-оздоровчий табір «Майбутній олімпієць» працюватиме в Южному до 17 червня. Але, як за цей час, так і у подальшому, на маленьких пловців чекає ще багато цікавих змагань та копітких тренувань. Ми 17 июня у нас... Скажем так, 4 июня, если так немножко назад, 4 июня не все дети, часть детей из этого лагеря, мы будем участвовать в соревнованиях на первенство порта Южного, посвященное Дню работников морского флота. Нас пригласили.
Ну, это 4-й, 5-й, 6-й, 7-й год. Младший возраст, средний младший возраст. Дальше продолжается лагерь. 17 числа у нас спорт для всех проводят на пляже детские олимпийские пляжные игры. Затем у нас торжественное подведение итогов. Сладкий стол для детей. Это уже за счет родителей. У нас очень хороший родительский комитет. Они активно участвуют в организации работы лагеря. Во всех таких, скажем так, вкусных, приятных вещах. После 17 числа небольшой перерыв у детей. И где-то начиная с 1 июля у нас одноразовые тренировки уже на базе санатория-профилактория «Портовик». Где-то с 10 утра до 12 у нас все на базе санатория-профилактория «Портовик». Уже просто летние тренировки для всех желающих, кто желает оздоровить ребенка, улучшить свои стили в плавании или научиться новым стилям. І це була остання інформація в цьому випуску програми «Цілком спортивно». Залишайтесь з нами на телеканалі «Міг».